Я хотел на видео включить. Включи видео, что за видео говорю. А я включил фото и фотографирую. Без матюки, у меня все есть останні видео, які я знімаю. Приходиться ли поберігати?
оркестренная мощная. А у нас уже за это штрафуют, если встал и аварийку включил. Он даже без аварии. Штаны забрал из трусы, с трусами. Что ты их до Димы выезжаешь? Не туда. Мы сейчас через континент. Что-то еще. Ну да, да, значит. Видно машина, она тут же стоит с тех часов, да? Вот это? Да. Наверное. Может, уже все. Может, он просто живет тут. Черешні там. Звісно, от висока дерево, і ще до того, що там все те трактор сидить. Підтягнуло. Нормально. А я приехал, когда мне рассказывали, что она упала перед моим приездом. И там щель возле, ну короче, возле дерева, и вроде бы как никто не пострадал. Пьяный, наверное, был. Я просто так подумал. Вот такое везение. Как так можно выйти? Ну просто, наверное, пару кружков другой по рутунде, а потом простилось. Так что мы так сейчас за поворотом начинать сигнали, ну да, как на свадьбе, ты подъезжаешь, я думаю, едем на видео. А я говорю, надо сигнали, все должны стоять, встречать. По стойке смирно, да? Подъезжаем. Так, сейчас трошки припаркуемся. Ну, главное, чтобы я залез.